Борис Леонидович Пастернак. Ивака. 1916 год. Читает Лев Литвинов. Кокошник нахлобучила, из низок ливня паросль. Футляр дымится тучею, в ветвях горит стеклярус. И на подушке плюшевой сверкает в переливах разорванное кружево деревьев говорливых. Сережек аметистовых и шишек и сапфира нельзя и было выставить из-под земли не вырыв, чтоб горы очаровывать в лиловых мочках яра, их вынули из нового уральского футляра.